Число учащихся на педагогических программах недостаточно, чтобы заполнить все недостающие вакансии. На конференции в Латвийском университете, посвященной вопросу нехватки учителей, было озвучено. Ситуация в латвийских садах и начальных школах приближается к критической черте. На программах есть пустые места, некоторые бросают выбранное дело еще на стадии учебы. Есть и те, кто окончил, но не все из них пойдут работать в школы и детские сады. По данным Союза самоуправления, на ноябрь этого года в Латвии не хватает 1330 педагогов. Самая большая нехватка на таких предметах, как математика, латышский язык, дизайн и технологии. Не хватает и помощников педагогов больше, чем 500 человек.